Всем привет! Вы на канале Натальи Михайлова «Рецепт». Сегодня буду готовить молочные коржики. Те самые из далекого нашего детства. Для рецепта понадобится мука, сахар, сливочное масло, я его растопила в микроволновке, молоко, яйцо, щепотка соли, соль сыпать обязательно, разрыхлитель и ванильный сахар. Тесто замешивается просто венчиком. Первым делом мне нужно яйцо взбить с сахаром. Сразу высыпаю весь сахар. Добавляю сливочное масло и постепенно добавляю горячее молоко. Молоко должно быть горячее, чтобы сахар быстрее растаял. Сразу высыпаю соль. Смесь у меня теплая, жидкая, сахар растаял. Сверху на муку насыпаю разрыхлитель и ванильный сахар. Немножко перемешиваю, потому что мука может остаться. Вот так. Добавляю муку и замешиваю тесто. Сначала перемешаю венчиком и потом добавлю остальную муку и буду замешивать уже руками. Больше муку добавлять не нужно, потому что тесто будет забитое. А так оно очень будет нежное, мягкое и рассыпчатое. Все, тесто готово. Оставляю его отдохнуть примерно минут на 20. И можно будет выпекать наши вкусные коржики. Сильно тонко раскатывать не нужно. Если сильно тонко раскатать, оно будет рассыпчатое и хрустящее. Примерно где-то 0,8-0,7 миллиметров этого будет достаточно. Вырезать я буду вот такой вот формочкой. Диаметр 8 сантиметров. Все лишнее тесто убираю. Собираю опять его в комок. И пока будет выпекаться первая партия, это тесто уже отдохнет. Отправляю назад в чашку и накрываю пищевой пленкой. Подготовила противень. Подготовила сахар. Мне очень нравятся коржики, когда они посыпаны сахаром. Вот так обмакиваю и укладываю на противень. Можно смазать взбитым желтком и нарисовать рисунок, но мне больше нравится, когда они в сахаре. Все, и отправляю разогретую до 180 градусов в духовку. Минут на 20, смотрите по своей духовке. Как станут красивые золотистые, можно сразу их вытаскивать. Коржики пекутся очень быстро. Ну что, первая партия коржиков готова. Перекладываю ее на тарелку и закладываю вторую партию. Также обмакиваю в сахар и укладываю. Коржики готовы, их получилось очень много. Они очень мягкие, вкусные, нежные. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.